Концерт в Сланцевской музыкальной школе – это не только публичное выступление учащихся. Всегда это праздник, волнение, радость и масса позитивных впечатлений. Тем более, когда концерт – коллективное действие и совместное творчество двух музыкальных школ – Сланцевской и Гдовской. Хороший и добрый пример сотрудничества вылился в целый проект. Межрегиональный творческий обмен, он так называется, долгосрочный проект, да, в котором принимают участие учащиеся Сланцевской детской музыкальной школы и Гдовской музыкальной школы. Для нас это первый опыт такого выездного концерта в соседнюю музыкальную школу. Мы надеемся, что концерт пройдет благополучно, и наши учащиеся, несомненно, получат ценный опыт исполнительский. Идея такого творческого обмена принадлежит Сланцевской музыкальной школе. В прошлом году руководитель коллектива проявила инициативу и предложила приехать с концертом в Гдовскую музыкальную школу. Ну, во-первых, это соседняя область. Во-вторых, нам интересно, что творится за пределами Ленинградской области и как развивается музыкальное искусство за пределами вообще Ленинградской области. В рамках творческого сотрудничества программа новогоднего концерта была выстроена таким образом, чтобы представить слушателям максимальное разнообразие звучания музыкальных инструментов. Мы постарались все инструменты осветить в этом концерте. А гдовские ребята приехали с теми инструментами, которых в нашей школе нет. То есть это гусли и флейта. Это будет очень полезно. Во-первых, они уже с большим интересом, с раскрытыми глазами смотрят и заглядывают в зал в период репетиции. А что будет на концерте, это загадка. Я думаю, ребенку, который интересуется музыкой, будет интересен любой инструмент. Упор мы сделали на класс гуслей. Вот, это русский народный инструмент, который прославил нашу Гдовщину когда-то. Вот, и мы надеемся, что будет интересно и учащимся, преподавателям Сланцевской школы посмотреть и послушать этот инструмент. И мы привезли также класс флейты. Удивительно было наблюдать, как в повседневной жизни сорванцы тихони во время выступления превращаются в артистов. В юных творцов, из-под пальцев которых льются мелодии Шуберта и Чайковского. Эти юные сердца серьезно и упоительно рассуждают за роялем или гуслях о возвышенном. Thank you.
Маленькие музыканты, пропустив через свою душу, подарили слушателю великую музыку, а вместе с ней и частичку себя. Конечно, они волнуются. Я думаю, им очень интересно будет посмотреть эту школу, современную, красивую школу. И у них останутся самые приятные впечатления. Ну и надеюсь, что не последний раз мы сюда приехали.